Здравствуйте! Видеоотзыв о VIP-блоке третьего модуля школы психотипирования Павла Колесова. Для себя я выяснила некоторые моменты. Например, по каким критериям я делю людей на своих и чужих. Всегда это делала по ощущениям, а по каким критериям не осознавала. И вот до меня дошло, что чужие для меня люди – это те, кто взял ответственность за свою жизнь на себя, которые повзрослели, которые более серьезные, что ли, и свои, которые такие же, как и я, инфантильные, безответственные, перекладывающие свои проблемы на других. Вот. Как неприятно это осознавать, но это так. Но хорошо, что до меня это дошло. Уже хотя бы с этим можно работать, когда приходит осознание. Все еще впереди у меня. Придется догонять ту группу, которые чужие, и становиться в ней своим. До новых встреч!